Все, готовы, подписчики? Итак, вот так вот Игориник сделал превьюшку. В принципе, неплохо, реально, да, в принципе, нормально. Вот, Кал, Какиш, вот, тоже умный подписчик. Игориник сейчас написал, я забыл Мире на одобрение скинуть, возможно, она перестанет с нами общаться. Слушайте, да, одно из условий этого видео было то, что мы скидываем Мире на одобрение. Слушай, скинь ей, если она за 45 секунд не успеет одобрить, это ее проблема, я считаю. Фух, готовы? Все, готовы? Блять, только следите за сюжетом, это прям серьезная работа. Да, я вам потом, конечно, разжую, потому что там не супер понятно, но просто вот нахуй. Блять, посмотрите. Сука, это легендарный контент. Фанатки наши. Наши фанатки. Вот, едем, типа, видите? И оказывается, мы все это время на человеческой тяге ехали. Еще и камео будет, вы охуеете, конечно. Оп! Опа! Видали, видали что-то? Поняли, типа майка на реальных событиях основана. Мы трахнули 3 девочки за день, и это на реальных событиях, типа майка. А? Бля, 42, сука. Бля, охуенно. Хайп, хайп. Хе-хе. Блядь, сука, охуительно. Ладно, рассказываю теперь, господа. Мне вообще, возможно, понадобится Игорь Иникс. Чтобы вы понимали, вот это, видимо, одна из самых сложных съемок была, потому что мы это снимали в 10 разных местах и так далее. Значит, сюжет, да? Игорь Иникс говорит. Ну, он приезжает в Ростов и говорит: Игорь Иникс Productions, я придумал вам топовую рекламу. Значит, во-первых, хламидия не на ходу нахуй была. И чтобы вы понимали, это опилки. Просто кто-то пилил нахуй трубу, блядь. Ну, вот знаете, пластиковые трубы. И прям просто опилки с... Ну, мы такие, блядь, да похуй, типа. Вообще похуй. У нее отпал еще этот... вот эта вот тема отпала. Значит, фиксируйте, да? Сюжет. Сюжет. Как Игорь Иникс все рассказывал. В какой-то момент там что-то не супер по плану пошло. Нормально. Вот. Мы встречаемся. Изначально Игорь еще должен был... что-то, блядь, заранее сделать. Я не помню. Он должен был какой-то сверток с кассетами, блядь, взять, на которых наши треки должны играть. Вот. Изначально, да, ну типа вот это. Блядь, это, бля, ребята, это пиздец, легенда, нахуй. Это мы на эвакуаторе едем. То есть машина не едет, нахуй. Это мы машину на эвакуатор поставили, блядь. И в ней сидели, и Игорь Иникс специально вот так чуть-чуть снизу снимал, чтобы не было видно, что мы нахуй, ну... Бля, зато, блядь, как оно, да? Ну, а она не ездит, нахуй, она вообще не ездит. Сука, как же мы охуенно, да? Вот это вот, то есть, да, зафиксируйте, прошу, да? Оценить. Тут как бы все сразу, все понятно, как бы, да?
Сука, мы-то как так охуенно едем? Если б я не помню, я б в жизни бы не сказал, что мы это на эвакуаторе. Блять, может быть, я забыл, есть шанс еще то, что были кадры на эвакуаторе задом наперед. Да, все! Игорь Иникс говорит про это еще и задом наперед. Короче, машину загнали задом, и мы типа задом ехали, прикиньте. Блять, как же это все эстетически нормально. Короче, это пришлось задом наперед пустить, чтобы, ну, как бы листья в правильном направлении двигались. Понимаете? Охуеть, это... Я еще думаю, приснилось мне то, что это задом наперед или нет. А ну-ка, можно спалить это? Бля, это практически нельзя спалить. Хотя чуть-чуть. Да ладно, а ну-ка. Бля, what the fuck, бич, я молодой тупак, реально. Бля, но как все, как будто так и должно быть, выглядит. Бля, вот тут мне не нравится то, что у меня, конечно, раздражение вот это ёбнуло после бритья. Вообще, что-то я некрасивый. Вот у Игоря прям гладкая кожа приятная. У меня, бля, какая-то... Чтоб вы понимали, это не входная дверь в квартиру. Мы просто пошли, и на этаже, знаете, бывают... вот где уборщица прячет, как его, швабру и ведро. И там еще мусоропровод. Вот, это вот такая вот комната. То есть, типа, нам просто надо было такой... О, а где будет дверь? А, вот здесь будет дверь, и все. Там, по-моему, даже вместо ручки дверной была просто дырка, в которую надо вот так палец засовывать. Ну, все идеально как бы снято, видите, профессионально. Ну, правда, там вот сзади палец, что это просто кирпич, вот, блядь, этот щиток нахуй какой-то, или это мусоропровод, ну, типа, нормально, нормально. Блядь, да как же оно по-настоящему выглядит, что он не видно, что оно в реверсе? Значит, тут я прошу заметить то, что изначально машина в начале видео была здесь припаркована, но никто это не, как бы, не, ну, этого не должны знать, да? Вот. И... Блять, ну то, что она на человеческой тяге едет, типа, ну, сука, по сюжету просто охуенно. То, что мы вроде гоним охуенно, а когда мы уже подъезжаем, оказывается, все это время мы на человеческой тяге, типа, гнали. В этом месте снимался, короче, вот если вот так вот поехать и направо повернуть, да, вот там вот клип «Хламидия» снимался. И, собственно, это тот же самый двор, из которого, помните, в видосе Костика, когда здесь спойлер был, и он отпал. Вот он отпал ровно вот здесь где-то. Вот, ну вот, прям вот по вот этой вот линии, вот если ее провести, вот где-то тут отпал вот эта вот тема. Это все вот эти вот легендарные места. Да, еще могу вас... Значит, смотрите, что с хламидией случилось. Выцвели все котята, они просто стали черно-белыми. Один отлепился вообще. Вот здесь котенок выцвел. Вот здесь я прошу вас заметить, вообще дыра просто полная уже. Типа, это раньше еще хоть что-то можно было с этим, да? Там дырочка маленькая была, ее просто ветром расхуярило. Вот, дальше это... А, тут не видно. Ну, вот это вот сперма какая-то. Вот тут все отлетело нахуй. Ну, и типа, и похуй, в принципе. Вот, ну, оно так и было. Но это мы, по-моему, дубля с четвертого сняли. Ну, вот. Не, ее восстановление не будет. Короче, самое страшное... Сейчас покажу. Ну, Игорь нормально отыгрывает. Короче, там ебанула плесень. Черная плесень ебанула. Вот. Там ебанула плесень. Я думаю, то, что ее вообще невозможно, наверное, будет вывести. Я просто ее разберу на маленькие детальки. Прокипячу эти все маленькие детальки, чтобы нормально было. И разыграю. Вот. Это будет аукцион. Блять, я хотел аукцион на хлам как раз-таки... когда вот это видео выйдет. Теперь оно вышло, но вообще надо было... Блять, я могу завтра, наверное, поехать и все забрать. Ну, подоставать оттуда всякие ресурсы прикольные. И завтра ебануть скам на хлам, реально. На, блять, настоящий хлам. В идеале я бы, конечно, хотел бы просто дверь бы нахуй снять и кому-то доставить дверь. Но это миллиард будет стоить. Вот. Ну, нормально, нормально, там разберемся. Да, ну да, капот хламидии разыграть. Блять, вообще в идеале капот бы снять и просто в доме у себя в новом на стену повесить, как типа, как память. Ну, потому что это пока это одна из самых легендарных вещей. Вот, ну, состояние вы можете посмотреть, да, ухудшилось легонца. Вот, вот это вот сперма какая-то, просто опилки нахуй. В Альфу зайди, я тебе пересосу.
А, и еще в чем прикол, блять. Короче, вы заметили то, что сейчас в магазине нету маек-ангелочек? Потому что они проебали даты. И дело в том, что из-за того, что они проебали даты, Игорь Эникс из Москвы с камерой приехал, а мерч не приехал. И поэтому мы рекламу мерча снимали не в мерче, блядь. Ну это наеб какая-то лютая была. Так, вот это с пятого раза был снят дубль. Да, на пятый этаж я попросил прямо Игорь Эникс. Говорю, зазумируй на пятый этаж. Чтоб вы понимали, это один конец города, этот лифт из другого конца города, и это, блядь, квартира из третьего конца города. Бэм, нахуй! Ой-ой-ой. По-моему, блядь, я вот этот вот микрофон, блядь, дублей 15 доставал. Вот, ну короче, здесь изначально было не очень читаемо, я попросил Игоря Эникса переделать, потому что, короче, Игорь Эникс говорит, блядь, короче, вы потом приезжаете к девчонке, и вы на нее поете, и у вас из членов сперма в виде музыки залетает ей в уши. Я говорю, братан, это охуенно. Мы приходим к Мире, говорим, Мира, блядь, короче, давай сниматься. Она говорит, да, я всегда согласна. И первое мы ей говорим, короче, у тебя оргазм от музыки. Вот этот кадр и вот этот вот кадр. Она говорит, пошли нахуй отсюда. Мы говорим, да Мира, да все нормально, все будет нормально, блядь. Вот, и потом мы ей говорим, короче, ты можешь вот так вот сидеть, и тебе сперма в виде музыки будет заливаться в уши. Она говорит, пошли отсюда нахуй, я не буду сниматься. Но мы уже все, мы ее убедили, мы сказали то, что мы ей сначала на предпоказ скинем, ну, чтобы она заранее посмотрела как бы это видео и разрешила нам ее выкладывать. Я надеюсь, как бы, ну ладно, типа, да ладно. И, короче, шарите. Блядь, тут очень просто быстро все происходит, чуть-чуть нечитаемо. Вот, я попросил Игоря Эникса как можно читаемее сделать, блядь. Короче, мы начинаем разогреваться, да, и оказывается, что все это время мы не трахали девочек, мы их трахали нашей музыкой. У девочек оргазмы от хламидии, киношки, блядь. Такие, разогреваемся, ну, естественно, как бы наша концертная программа. Но тут ей пишет папик, блядь. Папик-то уже нахуй едет, уже все, блядь. Ведь она, ей похуй-то папик, блядь, потому что уже, блядь, хуя. Все, пошел концерт, блядь, домашний концерт, квартирник, нахуй. У нее все, ее, блядь, сжимает, бля, она уже, нахуй, у нее сводит тазовые кости, блядь, от того, что только начался трек. Все, блядь, танцы. А папик-то едет, папик уже. Вы замечаете, да, как Костя отыграл? Он нервничает, блядь, бровями дергает. Пап уже звонит, говорит, я сейчас... Алло, блядь, нахуй, ты где, ёпта, блядь, я еду домой, блядь, борщ готов там, нахуй, или нет? А ей похуй, потому что ей в уши залетает, вот видите, такая так называемая, то есть дымка спермовая, но она изначально была больше, вот так сказать, ей залетает музыка, вот она вот, да, вот, музыка, она ей прям в уши хуярит, да, она думает, ёбан, нихуя, все, у нее оргазмы. Во-во, мы уже прям выдаем, прям, да? Блять, Костик, смерч, нахуй, 270 гонит, Игорь Эникс, блядь, притречил, прикиньте. Хуярит 270, он уже все на нервиках. А тут у нее дома пиздец, блядь. С четвертого дубля, нахуй, ей только на лицо смог кинуть эту майку свою потную. Прости, пожалуйста, да? Хайпим. И тут, блядь, уже папик, все, нахуй, она говорит, съебайте, ебаный рот, папик едет. И теперь вспоминайте, нахуй, помните, я подметил, что на пятый этаж мы поехали. Это чтобы сейчас создалась как бы атмосфера напряженная, чтобы вы знаете, на какой этаж он едет. Сколько еще осталось, блядь. Он уже на третьем, ебаный рот. Забирай, нахуй, все эти трусы, блядь. Блядь. Все, он же на пятом, нахуй, блядь, уже открывается лифт. Блядь, и зацените, нахуй. Это реально, то есть это не монтаж. Это, сука, мы весь дом бедный, нахуй, в тот день ходил пешком. Потому что мы вызвали сразу два лифта. В этом лифте, по-моему, Лаврик нас ждал, чтобы он был постоянно открыт. И в этом лифте Костя, короче, ездил вверх-вниз, 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 вот так вот. Чтобы, как бы, рассчитать время, когда он должен приехать. И мы, блядь, съёбываем, но Костик-то уже нахуй готов, блядь, пиздюлей вваливать, ёпта, с этой битой злой. А мы успели, блядь, съебаться.
И залетаем нахуй. И хуяк, оно оказывается, как оно и есть, блядь, на реальных событиях основанная майка, блядь. Фух, сюда, блядь. Ой, блядь. Костя, надеюсь, уже отреагировал или нет? Я хочу теперь Костю надо идти заставлять, потому что он, ну, он уже, мне кажется, забыл про существование этого видео. Поздравляю, получается. Мне кажется, Костя как-то похудел. Мне прям, это, страшно за него. Он и до этого может... худой был, но он как-то, блядь, вот прям схуднул. Да-да-да-да. Надо его откормить бургерами какими-нибудь. А-а-а! Блядь, Костя же не знает сюжет! Мы просто Косте сказали, то ты можешь сбитой проехаться в лифте. Бля, по-моему, он же не знает. Что-то не нравится, я не понимаю. Подъезжаем, подъезжаем. На человеческой. Это две человеческие силы, если что. Есть лошадиные, а есть вот человеческие. Вот на двух человеческих. Оп. 1-0, братуха. Бля, а вдруг он сейчас вообще не вспомнит, что он в этом снимался, кстати. Алло. Оп. Папик, папик. Бля, он же не знает, что он папик. По-моему, он не знает, что он папик. Бля, ему похуй. Подожди, он как будто... Подожди, что? BMW едет 120, ой, 270. Нихуя он там примонтировал. Подожди, подожди, стоп, стоп. Это не монтаж, кстати. Это Костя просто отмазывается, чтоб естественно, но это не монтаж. Игорь, дай ускорение. Не, это не монтаж. При этом обстановка по скорости не меняется. Да, кстати, блядь, сзади. Да нормально это. Бля, у нас там есть такие жесткие, прям Костя вжился в роль в какой-то момент, он прям очень злой с этой битой, как будто он в голове кого-то представлял себе. Блять, пока... мне не говорили, что я такую роль отыгрываю. Фу, блядь, так и не пересеклись, кстати. Я чё, Харламов, блядь, Гарик? Нет, он папик, папик такой, так сказать. Ну, если честно, странно, не знаю. Так это Игоринекс Продакшнс. В плане именно... Ну, короче, как будто непонятно, что это реклама мерча, нет такого ощущения? Так в том-то и прикол. Типа, как будто вопрос, при чем тут нахуй мерч? Потому что это на реальных событиях. Это Игоринекс Продакшнс. Это Игоринекс Продакшнс. Странно, странно. Фу. Довольно странно. Вот ссылка в описании. Ладно. Это... Это просто странно. Заебись. Блять, Игоринекс, покажи, кем ты вдохновлялся. Ну так, просто по приколу. Алло, Игоринекс Продакшнс. 42 продакшн. Ой, блядь. 42! 42 продакшн. Да, Игоринекс Продакшнс. Hello. Здравствуйте. Hello. Здравствуйте. Я быстро, я хотел два слова всего сказать. Что случилось? Ну, я пока вспоминал, еще больше вспомнил. Во-первых, что хочу сказать. Каждый раз, когда Костя на что-то реагирует, мне хочется уйти из интернета и больше ничего не делать. Так.
Я чувствую себя ничтожеством. Это во-первых. Во-вторых, тебе скинуть, кем я вдохновлялся. Ну да, так, просто закинь для примера, да, чтобы, ну, как бы люди поняли. Ну, реально, в смысле, ты знаешь, кем. Ну да. Ну вот самое лучшее его закинь. Ну потом, ладно, закину. И Green X Production. Да-да, здравствуйте. Вот эта тема, которая, где мы снимали, где вы подъезжаете на человеческой тяге. Так. Ты не помнишь, что произошло, нет? А чё? Мы говорим, куда снимать, ну, где ехать, куда ехать? Мы такие, ну, поехали вот туда вот, короче, ну, куда поехали. Ну. Приезжаем. И вдруг хозяин, так сказать, всего этого объявляется, Димочка. И говорит, убирайте эту хуйню нахуй отсюда. Он просто, он взрывается, подходит к Косте и говорит, что эта хуйня делает тут? Он говорит, убирать, если ее до заката, если она будет здесь до заката, нахуй, я не помню, что он, блядь, какие он там угрозы. Он начал угрожать. А еще мы ехали туда на эвакуаторе, короче. И этот дед, который нас туда вез, ну типа, а мы не могли вообще эвакуатор найти нормальный. И дед говорит, ну все, я поехал, так сказать, в соседнюю страну. Да, он говорит, я здесь на подработке, сейчас я в соседнюю страну поеду, а завтра опять можете вызывать. Ну вот такая типа тема. Нам надо до заката. Что-то сюрт какой-то тоже такой интересный. И мы закончили снимать, и звоним ему, он говорит, да-да, я уже вернулся, или я не поехал. И он опять забрал ее, блядь. Да, это тот же чел был. Фух. Да, интересно. Вот еще пока вот эта человеческая тяга была, там паслись опять собаки эти дворовые. Блядь, эти, сука, уебища, очень страшные собаки, блядь. Но Бородор, кстати, вообще стойко им всем дал, пиздец. И Костик ехал, короче, кушать, покупать. Купил себе бургер и не съел его, потому что собака... Потому что что? Собака отгоняла этим бургером, он, короче, почувствовал свои едохи. Нет, он реально пошел, он пошел собак отгонять, типа, бургером своим, пока снимали. Блять, он герой, он пожертвовал бургером. Он герой. Да. Еще тоже смешная тема. Я хотел сначала, ну, типа, здание продлить, чтобы оно было многоэтажным, а потом так и оставил. Короче, вы входите в двухэтажное здание. Так, ну и похуй. Лифт нажимайте пятую. Бля, я не заметил! Это очень смешно. Бля, охуенно. Слушай, так если незаметно, значит это все, это топово. Потом да, будут разбирать на киноляпы, отсылки. Да, да. Всякие. Фух, что еще? Это, потом мы вот это в съемной хате снимали, когда, где с Мирой уже момент. Ага. Где мы с Лавриком жили, по-моему, последний день там потом оставалось жить. А, да, да, блядь. Да, мы такие, все, нам уезжать. Блять, вот это? Мы перестановку сделали. Сейчас посмотрим. Нет, это не то, или то. Во. Да, а, это то, да, это то. Я думал, да. Это Мирина хата. Это же нет, они тут жили, блять. Да, топово. И мы там жили, и приехали раз, вся мася. Сюда. Да. Блять, папик-то звонит-то уже, все, пиздец. А, и этот Костик, то, что едет, там изначально, ну, из-за того, что очень долго все делалось, там, ну, типа, время суток скачет вообще. Ну, да, типа, да, да, по идее, да. И я старался как-то это более-менее, вот, и то, что вот эти подсъемы Костика, это мы вообще по делам просто ехали, я камеру настраивал. А, да? А я еще думаю, когда вы это подсняли, реально 40 Нет, просто катались что-то по Ростову куда-то, я камеру настраивал, потому что потом, когда мы уже целенаправленно хотели снимать что-то, уже ночь была и ничего там не видно. Ну, по идее, вот, все нормально, все по факту. Да, да. Ну, там, правда, вот мы днем приезжаем, у нее 00 на часах, и потом мы ночью приезжаем. Ой, и днем опять мы уезжаем. Для разборов, для разборов. Да, да, это чтоб разбирали, как бы, фанаты Марвел. В этом во всем... Я 5 копеек вставил. А, во всем есть свой глубокий замысел, правильно? Да, да, да. 100%. Игорь Рингс Продакшн. У нас есть еще, получается... Одно видео, самое сложное. Да. Там... Да, мы его сняли за полчаса, и все остальное надо сейчас думать, как его делать. Да? Да, да. Да. Ну ничего, Игорь Рингс Продакшнс. Но только вот да. Не очень понятно, ну типа... Быстро ли это будет делаться видео или нет, потому что если вы опять раскупите весь мерч, то нам надо будет ждать еще одну партию, и тогда только выйдет видео. Это типа несколько, ну там, месяцев. А еще к теме то, что типа это не совсем на рекламу похоже и так далее. Это изначально не как реклама, ну дефолтная была. Это просто какие-то, ну, прикольные видео, связанные с мерчом. Да. В конце которых, типа, показывается, что... А еще у нас мерч можно купить, как бы. То есть это не прям вот само по себе формат рекламы. Сюда, блядь. Но ну, это потому что гениально, это как бы для подписчиков, ценителей качественного контента, как бы, снятого, да, так сказать, скетча.
Да, да. Ну всё, тогда, если большое, у тебя есть какие-то бэкстейдж фотки или видео... Да у меня много чего, там еще не вошедшие всякие материалы закинь, есть. Закинь. Прям сейчас тебе, ну, да, или в телеге я закинь. Просто их не отсматривал? А, не, ну отсмотри, самое прикольное закинь. Все, ладно, давай сейчас. Значит, дорогие подписчики, как вы можете понять, да, ну то есть реклама, она вот здесь начинается. А все остальные минута 59, это подводка к этой рекламе. Для того, чтобы потом, ну вот произошло, то есть непосредственно именно вот это наложение, да, что типа кадр-то, ну, повторяется, как бы вот такой вот, да, вот то, что вот так вот такая тема. Это все подводка просто к рекламе, это гениально. Вот. Если в видео нет рекламы, значит все видео реклама. Шарите, Understood?